Взглянули на вопросы предпринимательства по-женски. В администрации Люберец прошел круглый стол сообщества «Нежный бизнес». Это всероссийское объединение существует уже более 3 лет. Ровно год назад местное отделение открылось в Люберцах. Сейчас в «Нежном бизнес-сообществе» 120 активных бизнес-леди города. Это тоже определенный дар. Есть некие способности внутренние. Поэтому кому даны способности песню или стих написать, а вам здесь даны способности творить с точки зрения бизнеса. Потому что это надо строить отношения с людьми, поймать вот эту какое-то зернышко, из него что-то вырастить. Это очень сложно, это труд огромен. Круглый стол посетила замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Надежда Корисалова. В ходе своего выступления она рассказала люберецким предпринимательницам об актуальных мерах поддержки. Займы, социальные проекты и гранты уже сейчас позволили сохранить малый бизнес участницам сообщества. Есть меры области. Мы, несмотря на тяжелую ситуацию в Московской области, меры поддержки малого бизнеса в этом году, наоборот, увеличили. Субсидии у нас почти на 1 миллиард в этом году конкурсные. Вот сейчас разыгрались. Замминистра уверена, что решать сложные вопросы поможет регулярное общение организаторов нежного бизнеса, которые постоянно держат руку на пульсе и обмениваются опытом выхода из кризисных ситуаций.